Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на завтрак у нас пшенная каша и сливочное масло с растительным. Оно перемешанное. Покупаем в светофоре. Вот такая вот золотистого цвета получилась каша. Но тут падает на нее свет от телефона, поэтому на самом деле она желтенькая, красивая. Посолила только. И вот масло сливочное положила, и все. Вкусная каша получилась. Всем доброго здоровья. Мир дому вашему.